В Казахстане сформируют президентский кадровый резерв для поддержки молодых талантливых управленцев. Это даст возможность продвигать их на все уровни по госслужбе. Кроме того, молодежь получит все шансы для раскрытия своего потенциала в бизнесе. В стране создают программу «Жас Каскер», которая займется реализацией стартапов. На востоке республики молодые предприниматели уже активно работают по проекту «Жас Проджект». Только за прошлый год они смогли реализовать более 150 своих идей. Ожидается, что с новой программой количество бизнес-инициатив увеличится. Это очень важная сфера для нашей области. В прошлом году у нас был реализован Just Project. В рамках Just Project более 500 молодых людей получили возможность реализовать свои бизнес-проекты. Я думаю, программа Just Casper даст надежду молодым предпринимателям.